Всем здорово, с вами снова какой-то парень. И это обзор на бой Вячеслава Дацика и Артема Тарасова против логики и здравого смысла. Артем по дороге дал небольшой концерт и чихнул в свой угол. Ну так, на счастье. Дацик же выходил как в фильме «Кровавый спорт». Ну был там сумоист один, помните, может быть? И словно Тайсон Фьюри перешагивает канаты, только вот Фьюри яйцами их не касается. Ну чтоб выйти с Тарасовым, нужно иметь большие яйца. Вот он чуть немножко тут и подзастрял. На халате написано «фильтр Дацика», ну Орловского-то он отфильтровал, да, ребят? Посмотрим, что будет сегодня. Итак, Дацик 950 килограмм против Тарасова, который весит 35 килограмм. Разница у нас в 150 тысяч тонн, ребята! Это диплодок и велоцираптор, если хотите. Может быть, КамАЗ или АК. Короче, что-то огромное против чего-то очень маленького. И кому тут интересно этот рефери объясняет правила? Все равно все пойдет через жопу. Итак, первый раунд. Тарасов попадает и тут же улетает с этой орбиты в космос. Ну, пока Дацик думал, что делать, Тарасов вернулся к жизни. Борьба для слабаков, и Дацик хочет стойку. Снова заруба? Ну нет, я ошибся. Дацик просто утрамбовывает Тарасова в канвас. Здесь Тарасов, конечно, как рыба в бочке, которую солью посыпали и прессом придавили немного, чтобы так посолилось немножко. Тут Дацик пытался вспомнить, как удушающий делать, но потом все-таки решил размять Тарасову лицо. Если это был не бой, ребят, то я бы подумал, что кто-то хочет в кого-то проникнуть. Либо Дацик хочет положить свой живот Тарасову на лицо и дело с концом. Такой удушающий вышел бы только у них. А Слава, наверное, так и лежал бы, если бы ему не напомнили, что желательно бить. Мы же тут не в лежанку играем, да? И как неожиданно Тарасов выходит на рычаг локтя. И, возможно, если бы не канаты, то он бы победил. Но если бы ДКБ, все бы рэперы жрали бы грибы... Это же боксерский поединок, а не ММА. Какая клетка? Чё я несу-то вообще? Тут канаты. Поэтому мы вынуждены наблюдать вот такую вот мастурбацию, ребята. Возвращаем бокс на место. Двойка Тарасова. Фирменный промах Дацика, колхозная заруба. И снова Дацик пытается так сильно обнять Тарасова, чтобы от этих нежных и крепких объятий он поплыл и сдался. Так сказать, пытается выдавить Тарасова из Артема, но Тарасову комфортнее на полу. Ну, там и прохладненько, да и опять же он говорил, что в гарде ему комфортно. Ну что же он, вот фешенебельный комфорт от Вячеслава Дацика. Лежаки, матрасы, гамаки. При желании Дацик может составить вам компанию и прилечь рядом с вами. Ну или на вас. Вячеслав встает, чтобы забить голову Артема в пол, но, как всегда, промахивается. И дает Тарасову позагорать. Но тут-то, блин, не солярий, алё. Снова деревенские танцы с бубнами. Оба бьют в сторону друг друга, но Тарасову-то в большого Дацика проще попасть. А вот и задумка Тарасова, кстати, под шумок свалить сквозь канаты. Идея-то здравая, потому что либо Дацик его сплющит, либо сожрет. К большому сожалению, рефери это заметил и вернул его обратно. Вообще, возвращать Тарасова обратно на канвас – это лучшее, что получалось у рефери в этот вечер. Снова попытка подраться, но желание Дацика забодать Артема снова берет верх. Пару ударов по яйцам, но рефери же для этого и нужен, да, чтобы смотреть. И «Игру престолов», наверное, я не знаю, что он там смотрит, но точно не бой, ребят. А, ну вот еще, Тарасовым пол вытирать, видимо, это хобби его. Сокрушительные удары Дацика и снова пытается раздавить локтем голову Тарасова. Но вроде же локти-то в партере разрешены, но у Славы, наверное, другие планы на этот бой. Видимо, просто расплющить Тарасова, как чеканога в «Негрози Южному Централу», помните, да? О, ребята, как хорошо, что все это закончилось. А, блин, еще ж два раунда, да, боги, дайте мне сил, пожалуйста. Мне кажется, Тарасову уже пора скорую вызывать, нет? Посмотрите на него. Второй раунд, Артем попадает, ну, это понятно, Дацик вот попал, это странно, кстати, он обычно же вот так вот работает. Вот это его тема. Славе дают вкусняшку, чтоб тот не проголодался, и дальше погнали. И вот он, знаменитый футворк Тарасова. Снова работа на ударную технику. Правда, техника это в основном деревенская, трактора, там комбайны всякие, вот это вот все. Но Тарасов пару раз втыкает все-таки в цель. Хотя для Дацика это, видимо, как для дроби слонина, ну или что-то в этом роде. И снова у нас аватар пытается соединиться со своим Турук Макто. Вы тут сами определите, кто тут кто. Ну да, конечно, задушить Артема локтем было бы проще всего. Но даже это не выходит у Вячеслава. Ой-ой-ой, да неужели удары? Я-то уж и забыл, это же вроде как чемпионат по вольной борьбе был, да?
Ну а Дацик уточняет, что он помнит все-таки, где голова Тарасова, и вызывает его обратно в стойку. И вот, казалось бы, Дацик дал возможность себя побить, но Тарасов всю дыхалку на полу оставил. В общем, если коротко о бое, то вот она, вся суть. Вот так вот выглядит битва за хайп. Добро пожаловать в русский интернет, жесткий и беспощадный. Снова немного протрем полы Артемом, это его главная функция, видимо, сегодня. И Дацик падает сверху. Вот тут-то бы уже и задуматься о том, как правильно их возвращать в нужное положение. Но рефери, к сожалению, сегодня не приехал. Хотя вон стоит какой-то мужик. Но это, видимо, слишком любопытный зритель. Подошел поближе так посмотреть, тут же интересней. Кстати, второй раунд на записках у судьи выиграл Тарасов. Ну мы это в принципе и наблюдаем, да? И Дацик выходит на позицию «пупок-лицо». У Скруджа, кстати, песня такая есть. «Пупок-лицо». Это «пупок-лицо», знаете, да, вот это. Но вот он начинает почему-то гладить Тарасова по ушам. Хотя мог бы выпрямиться и нормально расшатать защиту. Но ребята сюда же приехали делать шоу, да? Так что какие претензии? А у Дацика уже не осталось ни дыхалки, ни, видимо, желания победить. Поэтому судьи Тарасов и выиграл этот раунд. Ну вы же согласны? Тёма тут вообще красава, явно доминирует в поединке. Он же Дацик вон, весь пупок продышал. А это, извините меня, не так просто. Если тебе его на лицо не положат, так ты его и не увидишь. Тем временем Артём продолжает выигрывать. Но Дацик зачем-то хочет выйти на болевой. Тёма ускользает и выходит на боковое удержание. Ну вот, и Слава хоть немного отдохнет. А нет, смотрите, он тоже ускользнул. Но у нас же есть возвращальщик, ребята. Чё, вы забыли, что ли? Блин, жаль, конечно, рефери не приехал. Он бы хоть помог тащить этого 950-килограммового Дацика. И тут какой-то мужик легким движением швыряет Славу на пол. А, нет. Он хочет что-то из них собрать. Так, смотрим. А, лего-конструктор, подарите ему кто-нибудь. Что он тут делает? Дацик бьет коленом. Тарасов думает, где бы взять нормального рефери. Потом колотит Дацика. Ну, нормально. Дацик опять заряжает колено, и тут кто-то напоминает ему, что это бокс, ребята. Тут так нельзя делать. Снова какой-то мужик бросает Дацика через бедро и предлагает Тарасову его добить. Что, в принципе, тот и попробовал исполнить. И, конечно, выиграл этот раунд. Тут без вопросов. Блин, еще третий раунд же, ну ладно, смотрим. Тарасов вроде он домой пошел, но раз и вернулся за ключами. За ключами к победе, видимо. И затем еще одна плюшка, но Слава их кушает и стоит. А вот еще попытка сломать руку. Видимо, удачная. И правду говорил Тарасов, что не будет он бегать. И будет рубиться не на жизнь, а на смерть. И действительно, смотрите, как он встречает опасность. Лицом к лицу, как говорится. И пока Дацик бьет, от него от самого он что-то отваливается. И тем временем Артем Тарасов продолжает выигрывать этот поединок. Да уж, бедный Дацик. Под такой каток его бросили, конечно. Под букмекерский, наверное. А пока какой-то мужик без команды стоп пытался вытереть Артемом пол, Дацик решил это остановить. И коленом прижал Тарасова к полу. Ну и правда, чего постоянно по полу-то возит? Хорош уже, наверное. Конечно, Тарасову это не понравилось. И он захотел вызвать скорую. Потому что рефери мы, видимо, уже не дождемся. Он, наверное, в какой-то лютой пробке застрял просто. А скорая-то она с мигалками, она побыстрее приедет. Все, короче, ждем Айболита. Но Артема все равно заставляют драться. Бабок же все поставили. Иди, Тема, сдохни, но бабки наши отбей, пожалуйста. Не к судьям же нам обращаться. Тебе лежачему же победу не отдадут. Ну а Славик тут уже и победу отпраздновал, и кричалки поорал. А скорая так и не приехала. Видимо, они где-то вместе с рефери там застряли. Ну ладно, поблагодарим Тарасова за мужество и закончим на этом. Дацик сказал, что если он его фильтр прошел, то и в депутаты можно идти. Вот и сказочки конец, а кто слушал, маловероятно было. Конечно, но скорая, блин, приехала. И каким-то волшебным дезодорантом вернули нормальный запах в зале. А пока Дацик с фанатами общался, Тарасов вернулся к жизни. Вот что значит, ребята, воля к победе. Блин, за что мне все это, а? Так, ну Дацик тут в своей стихии воздуха продолжает. Потом продолжает колено и яйцо, и Артем снова берет небольшой отпуск. Ну правильно, чё, загар-то уже сошел немного. Ой, тут опять что ли бой начался? Ну как бой, больше отрыжка, конечно. Но тоже ничего. Глаз у меня все равно уже нет, они вытекли, поэтому срать. Мы, конечно, наблюдаем тут что-то между боксом и рваным пакетом из пятерочки, но это тренды Ютуба, привыкайте, ребята. Напоминаем, кстати, что Тарасов, как и обещал, не бегает от Дацика и рубится с ним в дрова прям. А вот, кстати, вам новый способ выхода из гильотины. Берите на заметку. Ах, да, в боксе же нет болевых, блин.
Ну мало ли, в октагоне будут дырки, и тут можно вот так вот вынырнуть. Снова Тарасова таскают по полу. И Дацик решает в него нырнуть. Входит ровно без брызг. Я бы отдал 6-0. Но мужик в синей футболке мутит какую-то свою схему заплыва. Дацик снова забирает приз зрительских симпатий, уже во второй раз, кстати. А Тарасов продолжает его побеждать, правда, лежа на полу. И вот чемпион выходит на вручение пояса от халата Дацика. И ввиду нерасчета сил нормально хайпануть и огромной воли к победе, а также дабы не подставить людей, которые запилили кучу бабок, побеждает Артем Тарасов. Конечно, судьям лучше знать, кто тут победил, ведь у зрителей вытекли глаза, но уши-то у них остались, и они слышали, кто победил реально. Дацик передает привет судейской коллеге и благодарит их за профессионализм. А вот и победитель сегодняшнего боя, Артем Тарасов. Пишите в комментарии, насколько красиво он победил Дацика и стоит ли ему вообще продолжать карьеру, если он не может выиграть 35-килограммовых соперников. Ну и, конечно, не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Ну а в целом, конечно, ребята молодцы. Дрались по бирманским правилам, без рефери, показали отличный функционал и не сдавались до конца. Жалко, бой получился за лупой лягушки. Ай, да и ладно, мы хоть повеселились. А с вами был какой-то парень. Всем добра и удачи.